Привет! Внутренняя поверхность бедра – это частая проблемная зона у женщин. Дело в том, что эта зона практически не используется в повседневной жизни и также редко задействуется в упражнениях. Но мы подготовили для вас комплекс только самых лучших и рабочих упражнений для внутренней поверхности бедра, которые сделают ваши ножки стройными, красивыми и подтянутыми. Поехали! Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы быть в курсе последних событий, наших съемок, процессов, полезных всяких советиков. Мы будем вас очень сильно ждать. И первое упражнение называется «Приседание с узкой постановкой ног». Это упражнение задействует внутреннюю поверхность бедра и делает ваши ножки стройными. Попробуйте, и вы сразу почувствуете жжение. Итак, встаем ровно, ножки вместе, а ручки по швам. На выдохе начинаем плавно опускаться вниз и оттопыривать пятую точку, как будто хотим сесть на стул. Руки вытягиваем вперед. Немножко задержимся и на вдохе поднимаемся. Отлично. Опускаемся и поднимаемся. Опускаемся и следим за тем, чтобы колени не выходили за носки. Поднимаемся. Отлично, поехали, 30 секунд. Отлично, закончили упражнение. Следующее упражнение называется присед с выпрыгиванием. Это очень эффективное упражнение, я всем его советую. Итак, встаем ровно, ножки шире плеч, носки врозь. Опускаемся вниз и ручками пытаемся достать до пола. На вдохе делаем резкое выпрыгивание и приземляемся на полную ступу и снова опускаемся руками до пола. Поехали! Закончили. Молодцы. Супер. Ну что, готовы? Следующее упражнение называется пружинка. Ложимся на коврик, ручку под собой. Правую ножку перед собой сгибаем в колени. Левую ножку вытягиваем. Поднимаем левую ножку вверх максимально. И начинаем пружинить в течение 30 секунд. Поехали. Отлично, теперь меняем сторону. Упор. Теперь уже левую ножку перед собой, правую вытягиваем, поднимаем. И снова пружинка в течение 30 секунд. Отлично, мы молодцы, ура! Приступаем к последнему упражнению. И последнее упражнение называется пульсирующее плие. Наверняка вы знакомы с этим отличным упражнением по нашим предыдущим роликам. Смотрите обязательно. А если вы забыли, то я освежу вам память. Итак, встаем ровно, ножки шире плеч, носки врозь. Опускаемся вниз до параллели с полом. Коленки не должны выходить за носки, и коленки смотрят в ту же сторону, что и носки. Итак, пружиним три раза. Раз, два, три, и поднимаемся. Выполняем упражнение 30 секунд. Поехали!
чувствуете напряжение? Я чувствую. Отлично, ребята, мы с вами сделали первый круг тренировки. Сделайте еще таких 2 или 3 для красивых подтянутых ножек. Выполняйте эту тренировку 2-3 раза в неделю, и уже прям скоро-скоро вы заметите первые результаты. Удачи!